Беларусь увеличила экспорт сельхозпродукции в Россию и Китай. За 4 месяца рост составил почти 115% к уровню прошлого года. Наша страна обеспечена продуктами питания сверх того, что потребляет. Почти 60% от всего производимого молока, мяса, зерна мы реализуем за рубеж. Сегодня главная задача не останавливаться на достигнутом, а искать новые рынки сбыта. В республике появится цифровая платформа здравоохранения. Новый проект охватит всю сферу информационно-коммуникационных технологий. Его реализация позволит выстроить четкую систему обмена данными между учреждениями и сделает медобслуживание населения более эффективным. Финансовую поддержку инициативы оказывает Банк развития. В Беларуси зафиксирована дефляция, то есть продолжается замедление роста индекса потребительских цен. В апреле было 4,7%, по итогам мая – 3,7%. Эксперты считают, что основная причина снижения инфляции в стране – грамотное ценовое регулирование. Март отмечает, аналогичный процесс наблюдается в России. С 12 июля по 15 августа школы принимают документы в первые классы. Для тех, кто не проживает в микрорайоне учреждения образования, сроки другие – 16 по 28 августа. Родители должны предоставить заявление на имя директора, свидетельство о рождении ребенка, справку о здоровье, при необходимости заключение центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. На понедельник объявлено штормовое предупреждение. По южной половине страны ожидаются сильные дожди и грозы. Порывы ветра достигнут 14 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 16 до 23. МЧС предупреждает, в Могилевской, Витебской и Минской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Стоит быть предельно осторожными.